Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале Saibik Pro. Сегодня продолжаем выживать на Марсе, Surviving Mars. Кажется, мне в прошлой серии мы строили третий купол. Да, кстати, да. Все подключается, все работает. Так, а это чё почему? Чё не хватает? Постройка отключена. Правильно, я отключил. Потому что случайным образом поставил вторую, потому что у меня уже был этот Мокси, кислородные баки. Так, тут все будет строиться. Правда, видимо, чего-то не хватает, да? Бетона не хватает. Опанцом. А у нас тут бетон-то и негде взять, да? Это что у нас? Место производства бетона. Так, а где у нас бетон? Слушай, что-то взял и забыл. Вот, есть. Бетонный экстрактор есть. Слишком далеко от работающего ЦУ дронами. А, то есть вот так еще нормально, да? Ну давай вот так. Есть на что строить? Видимо, есть. Так, перемещаемся. Тут у нас изучается, естественно, перемещаемся сюда. Вот так чуть-чуть повыше сделаем. Так, что у нас тут? 9 из 50, 38 из 50, 42 из 50. Так, ну скоро типа улетят. Люди в куполах живут. Электроэнергии немножечко не хватает. Ну, я думаю, сейчас типа день настал вроде как. Сейчас они поднимутся, да, сейчас будут заряжать. Скорее всего, должна появиться электроэнергия. Так, ты работаешь, хорошо. Есть что еще подобрать? Так, месторождение металлов. Ну их на самом деле дохренища, я не знаю тут. Есть ли смысл еще пока добывать металл? Глубинная вода. А, понятно. Но я пока не дошел до этого. Так, неработающие постройки. Это какие, ну-ка? А, сейчас сектор выберем. Сектор, гектор. Давай здесь. Новые аномалии найдены. Хорошо, где у нас разведчик? Нет, по-моему, правая клавиша, да. Так, неработающие постройки, да. Так, нужно питание. Сейчас сделаем питание. Сейчас мы проведем кабель. Неровная местность, нельзя. Значит, обводить придется. Офигеть. Типа так как-то. Вот так. Вот так, да? И как-то так получается. Ну, видимо. Ну, подключаете. А что для этого нужно? Ну-ка. Металл. Тут металла, по-моему, да, достаточное количество. Тебе нечего, да, изучить? Точнее, собрать. Ну, что-то типа да, что-то как-то. Ну, что-то как-то нечего. Вот есть, по-моему, немножечко. Заберем все. Увозим сюда. Все. Пусть немножечко поработает. Так, мало ресурсов, электроэнергии. Минус 6, елки зеленые. Чего вот нужно сделать с этой электроэнергией? Это из-за того, что я неправильно подключил ее, да ведь? Вот странно же она тут, по-моему, подключена. Нельзя. Да, как-то я тут неправильно все сделал, конечно. Так, что если уничтожить? Вот этот уничтожить и вот этот, к примеру, уничтожить. Я их немножечко разъединю и посмотрю здесь, что можно сделать. Они как-то неправильно между собой подключены. Как-то странно это.
Так, утилизировали, хорошо. Это что, может заберете? А, дрон. Так, все. Так, по нагрузке здесь никак ничего не посмотреть, да? Жаль. Жаль, печаль. Вот они как между собой работают? Может, стоит как-нибудь типа того сделать? Типа... Раз. Два. Три хотя бы. И как-то их сейчас подключить? Типа того. Типа того. Нет, нет, нет. Вот, один соединился со вторым. Так, типа. Так. Еще будете строить-то вообще? Мне хочется же посмотреть, что я тут в итоге настроил. Так, ну эти подсоединены к сети. Вижу. Эту давай доведем вот сюда. Сейчас посмотрим, если здесь сейчас все заработает, то... А здесь никак не сделать, да? Писец. Че настроил, че сделал? Минус 69. Переохлаждение. Колонисты страдают от переохлаждения. Купола оснащены обогревателями, которые... Ну, это понятно. А, эти купола, почему? Так, ты улетай, если ты готов. А почему? Почему здесь именно нет электроэнергии? Я где-то... Черт возьмешь. Так, куда можно подключить вообще в любую точку? Сюда можно генератор Стирлинга воткнуть. А что это даст? А давай попробуем. Давай воткнем. Ты построишь. И что это дало? Это типа внешняя постройка только, ну. Но электроэнергия от этого не появилась. Так, они могут достроить. А, понятно. Полимеров нет. Здорово. Так, и что, вы теперь накапливаетесь? Чуть непонятно, да, как-то? Писец вообще, я вообще не понимаю. Что я не так делаю? Все везде подключено между собой, я уже не знаю, что, может вот так сделать. Вот эти вот так. Вот так все между собой. Тебя тоже. Вот так. Вот так. Не знаю. Ну это глупо, конечно, тут я устроил. Но это что-нибудь даст вообще? Да, с чем, с электроэнергией вообще не могу разобраться. Я явно что-то не то сделал. А переделывать теперь сложно. Потому что у меня уже живут люди.
Давай, знаешь, что попробуем так? Где куполы? Есть автономный купол. Вот как здесь все поставлено? Что-то я не понимаю, что такое слева. Но там трубы нужны. Ну где вот сделать, к примеру? А, далеко, да. От дронов далеко. Давай вот так тогда. Посмотрим, как будет он работать. Потому что, ну тут пока, ну что-то странное. Открыть, закрыть? Это что? А, в открытом состоянии будет производить больше. Может, радиация какая-нибудь от этого будет? Допустим, да, сюда нужно питание. Хорошо. Давай сделаем питание. Давай ветрогенераторы поставим. К примеру, где-нибудь здесь. На какую клавишу, кстати? А, без клавиши, отлично. Ну, давай вручную ставить, что тогда? Вариантов нет. Как еще? Вот так. Допустим. А, нужны, конечно же, накопители энергии. Допустим, так. Блин, опять слишком далеко от центрального управления дронами. Ну, допустим, 3. Ну, допустим, силовые кабели протянем. Так. Допустим, так. И вот так. Еще вот так, и вот так. Ну так вряд ли сделалось. Допустим, так. Ну здесь не очень, да? Ну посмотрим, сейчас цепанет или нет. Минус 82, это вообще бардак. Замечена протечка, где? А как ее исправить? А, все, уже поехал чинить. И что, будешь чинить? Он что-то долго, это неработающее здание. Так, ну это понятно пока. Тут пока никто ничего не строит, к сожалению. Требуется ваше внимание. Терминал, сообщающий о состоянии нашей электроэнергосистемы, рассыпает искры. Число тревожных красных индикаторов растет. Нагрузка на одну из наших энергетических подсистем вызвала скачок напряжения. Существует вероятность, что вся сеть окажется перегружена, если мы не предпримем срочные меры. Ага. Некоторые батареи могут взорваться. Могут, а могут не взорваться, по идее. Так, сектор. Ну, вообще не до сектора, по-моему. Ну, ладно. Запасы ресурсов закончатся через 3 соло. А каких именно? У меня вроде как все есть. Нет жизнеобеспечения, ну, здесь, да? Сектор я выбрал. Слушай, я не понимаю с этой электроэнергией вообще. Я явно что-то не так начал строить, что-то делать. Так, давай этот самолет закажем. Этот куда? К земле летит, да? Ты готов? Готов. Все, можешь улетать. Чего? Ресурсы остались? А почему не выгружаем? Какие? Пища осталась.
Вы чё, ребят? А как заставить ребят работать? Приписать к этому командному центру? А, выгружают, хорошо. Так, что у нас здесь происходит? Так, добыча бетона работает. Ребята трудятся. Ага, мало работников. То есть тут, короче, все готово. Я так понимаю. Это хорошо. Так, ну здесь вообще прям минус 77. Это атас. А это что такое? Дроны не получают указаний. Вот днем, получается, хватает энергии. Только за день они не успевают пополнить батареи почему-то. Не хватает, да, ресурсов? А запчасти есть. И бетон есть. Просто мало дронов, видимо. Хотя... Все очень странно. Вообще не понимаю, что не так делаю. Куча выпаривателей у меня стоит для чего-то. Зачем так много сделал? Может, вот эти ветровики, может, вот они как раз не нужны особо. Ветрогенераторов я имел в виду. Может, нужны именно солнечные батареи? Я хрен знаю. Давай так сделаем. Прям много-много. Ну, потому что вопрос-то нужно решить. Так, сюда все, да? Сюда один еще, пусть тут будет. Так, а что нужно для этого? А, только металл, это хорошо. Это сейчас сделают. Люди вроде работают, вроде живут. Так, нужны полимеры и, наверное, запчасти, да? Давай закажем, если есть такая возможность. Грузовая ракета, да. Или ресурсный челнок. Полимеры. Давай вот так запустим. А что, еще один можно, да? Ну, запчасти давай. А еще один можно? Ха, еще один можно. Давай еще полимеры пусть будут. Это все стоит денег, но у меня, по-моему, критическая ситуация. Не, орбитальный зонд не нужен пока. Пока, я думаю, нет. Электронику еще пусть везут. Может, дронов еще мало, хотя... Ну, генератор Стирлинга привезите. ЦУ дронами еще один. А, все что ли, не могу? А, нет, вот так, запустить. Очень много денег, по-моему, потратил. Но все ради ресурсов. Пусть везут. Но что-то я как-то не справляюсь, по-моему. Так, заработали, смотри. Все растет. Ага. Почему они не наполняются? Давай посносим вот эти темы. Что-то как-то такое себе, по-моему. Лучше солнечные батареи сюда наставим и все. Да ведь?
Так, еще. Минус 98, прикинь. Ну, ночь, потому что, да, как бы. Может, реально так много нужно? Давай много наставим, я не знаю, у меня что, варианты есть. Тем более делаются они из металла, а металла у меня очень много. Поэтому я думаю, можно себе это позволить. Ну вот так. Бах, 45, смотри сразу. Но не накапливаются. А, нет, что-то продвинулись немного. И все? Во, смотри, пошло продвижение. Так. Только они прям накопить-накопить должны. Пока они не особо хотят этим заниматься. Так. Не вижу. Сюда. Вот, смотри, еще подросли. Че, реально так много надо? А че, раньше об этом никто не сказал? Ха! Ну, пока так, допустим. Их теперь очень много. Ну и электроэнергия есть, кстати. Видимо, вопрос решен. Так, куда? Куда, куда? Да сюда, наверное, куда все и приземляется. Сюда все и приземлим. А что, все? Еще какой-то? Еще, давай сюда. Ты все, сейчас приземлишься, все хорошо. Так, сейчас дроны у меня все принесут. А, электроэнергия есть. Наконец-то батареи заполнены. Значит, здесь мы тоже убираем и ставим батареи. Так, delete, да? На delete. Ну-ка, так удобнее будет. А, не то, отменить. Да, вот тебя, delete, 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 delete. Делит, дальше. Делит. Сюда не могу попасть. Попал. Так, убирайте всю эту рухлядь. А почему минус 129? У меня же тут есть в запасах. Или просто типа производства нет? Ну его и нет как раз, да. Так, здесь давай тоже их наставим. А, тут слишком далеко от дронов, он пишет. Ну, давай, не знаю, все равно наставим. Че, клавиша J? Поехали, че? Так, так. Так. Не буду церемониться, сразу поставлю их вот такое вот примерно большое количество. Пусть строят. Так, электроэнергия есть, это вообще прям замечательно. А я же их убрал. Восстановить, расчистить. Расчистить, конечно. А почему это сразу нельзя сделать? Че? Зачем мне по 10 раз... Не-не-не-не-не, делит. Твою же налево. Давай-давай-давай, все очищаем. Так, хорошо. Здесь давай тогда еще накопители наставим. Пусть будут. Это все одна же сеть, она, по-моему, едина.
По крайней мере, я так думаю. Вот так просто везде натыкаем. Ну да, уже тут не получится. Так. Так, а как тебя убрать-то? Я что-то забыл. Утилизация, да. Вот так, вот так. Вот здесь вот я херню нафигачил, да, вот так сделаем. Так, электроэнергия. Здесь у нас все доходит? Вроде как доходит. Так, здесь опять же... Да уберись ты. Здесь опять солнечные батареи наставим. Что это, Джей, по-моему, да. Блин, каждый раз поворачивать приходится. Капец, уже надоело это. Так, все. Все, да? Вот еще. Ну, пока так. Не знаю. Явно же вопрос с электроэнергией пока решен. По-любому ведь. Ну вот так давай сюда, не знаю. Ты тоже, по-моему, сейчас поймаешь, нет? Ну, по идее, должен подцепиться. Так, выберите новый сектор. Давай выберем. Так, разведчик чем у нас занимается? Надо же что-нибудь ему изучить. Давай, изучай. Да как тебя убрать-то? Отвали от меня. Вот, все. Так, здесь у нас что? А здесь у нас все хорошо ведь, правильно? Ну да. Сюда же можно людей заселить уже, получается. Так, здесь тогда мы тоже наставим. Вот так, вот так, вот так. Как-нибудь вот так, вот так. Это сюда запихнем. Это сюда. Сюда. Неровная местность, что-то им не нравится. Ну и, видимо, все, да? Ну да, тут не нравится. Так, давай тогда закажем пассажиров. Да, просто запустим и все. И в этом месте как раз ее пристыкуем с Марсом. Неработающие постройки. Да, ну это здесь. Это пока подожди. Это пока отстань и отвянь. Жизнь вроде как наладилась. Вроде как. Тебе что надо? А, готов улетать? Лети. Так, это новенькие, смотри, да? Соединены? Да, соединены они. Они накапливаются, это хорошо. Давай тогда вот здесь местечко у нас освободилось. Сюда тоже воткнем пару батарей, пусть будут. Вот так, наверное, да? Эти заполнены, это прям супер. Ай, сюда не... А, нет, воткнуть, смотри. Ну, давай воткнем, пусть будет. Так, а вас пока не... А, можно утилизировать, хорошо. Давай утилизируем. Так, 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 что с наукой? Что-то там улучшается везде, все лучше, классно, супер. Все, давай просто улучшаем молча и все. Не задавая никаких лишних вопросов. Знаешь, что плохо в этой игре? О, кстати, вот же еще. То, что здесь просто обычное выживание. Здесь... Я не знаю, может, я такой режим, конечно, выбрал, но что-то как-то это... Знаешь, начинает надоедать. Я просто строю. Так, отправить... Установить в колонии как памятник...
Какой памятник? Давайте, мне бабки нужны. Знаешь, одно и то же, что-то строю, пытаюсь сделать и... Что-то не знаю, развитие-то идет, но а смысл от этого? Ну, приедут сейчас опять люди. Ну, я их заселю там в новый купол, к примеру. Ну и чё? Да, можно же еще одних. Тут работа кипит. Тут все хорошо. Вам что, металла не хватает? Ёлки зеленые. Реально фиг его где найдешь, да? У меня это производство-то есть? Я умею? Нет, я что-то вот не могу вспомнить. Мне бы уже производство металла. Добывает металлы, да? Вот, кстати, есть поближе. А, недоступные месторождения, потому что я их еще не изучил. Ну ладно. Тогда подождем. Минус 124. Стало светло. 198. Ну, вроде как выживаю. Воды до хренища натыкал вообще. Ну, у меня, да, эта вся сеть, она подключена же еще ко всем вот этим там заводам, фабрикам. Ко всему. Так, пассажиры, да, прилетели? Так, ну, первых не знаю. Давай сюда, рядышком посадим. А вдруг я сейчас, да, придется поставить? Давай сюда. Так, это тоже пассажиры. Это экспорт улетает. Они поймут, что нужно сюда бежать? А бегут-то туда. А как их направить? Один... А, тут же жить негде. Ой, дурында. Ой, какая я дурында. Давай тогда сразу все здесь построим. Что тут еще нужно? Космобар нужен. Гастроном, наверное. Госпиталь. Что еще? Система водоочистки на всякий случай. Что-то, наверное, им нужно там изучать, да, там. О, грибная ферма, кстати. А, отлично, только так, да? Ну давай, трубы нужны. Вот это у нас выпариватель. А вот так построим. А, что еще нужно? Ну, это пока рано, наверное. Ну, пусть наука здесь будет. Вот в таком объеме. Причем. Ха. А что, неплохо, по-моему? Так, пусть трудятся, работают. Так, эти что, заселились? Офигеть, а все заселились вообще? Туристы, дроны, поселенцы. Дети 1, подростки 4, взрослые, марсиане, земляне, жители на всех картах. Ну, судя по всему, да, заселились, да? Здесь у нас... А, вот да, даже двух не хватает еще. Да, отлично. Так, давай вот эту вот грибную ферму еще. Что она дает, кстати? Надо посмотреть. Так, я запутался. А где было? Алло, где-то здесь, что ли? В другом месте? Вот она, точно.
производительность еды. Ну вот пусть вот так вот одну поставим, не знаю. Так, и чё? Энергии стало, кстати, побольше вырабатываться. Еще одну могу заказать? Давай еще закажем. Тут никто ничего не строит. Хотя ресурсы есть. Хм. Ну смотри, вот электроэнергия-то накапливается, видишь как? Может даже еще их поставить, этих батарей? Надо мной, наверное, можно поржать над тем, как я играю, но... не беспокойтесь, я сам ржу. Я понимаю, что я все как-то вот как-то неправильно выстраиваю. Но мне кажется, я уже не могу пока ничего сделать. У меня уже как бы люди живут. А сюда, по-моему, не это не получится, да? Ой, отлично как. Так, с людьми приехала. Давай в этот раз попробуем сюда заселить всех. Так, опять сектор, ну давай изучим. Так, куда они побегут? О, там уже кто-то бегает, кстати. Да, хорошо, я в курсе. Так, заселились. Им только пока заняться там нечем. Может, что-то дроны у меня ничего не строят. Может, конечно, и не успевают. Может, я их нагрузил прям по полной. Нет, вроде все наладилось, да? Как-то вроде как справился. Металл у меня просел, поэтому надо его еще пособирать. Да блин, я не это хотел сделать. Вот, левая клавиша. Склады еще есть, да? Ну давай еще универсальные построим. Склад для конкретных ресурсов. Автоматизированный склад. О, еще не изучено, да? Или не на что? Да мне и общие склады так-то устраивают. Типа универсальный и все. Чё ерундой-то заниматься? Вот так и все, и поехали. Еще их построим, тут наставим. Вот так, вот так и вот так. Пусть будут. А сюда я смогу? А, и сюда смогу. Это же хорошо. А, и сюда? Даже эти булыжники не мешают, или их сейчас дроны уберут? Надо будет не забыть посмотреть за этим. Ну, будем знать, что здесь булыжники. Давай дальше смотреть. Что у нас тут происходит интересного? Так, не забит, нормально. То есть перетаскивают, видимо. Люди вроде как живут. Никто ни на что не жалуется. Один из колонистов дошел до точки кипения. Он заперся в своем доме и требует больше личного пространства, иначе так и останется там. Чего? Ты куда приехал, ёптать? Пошел нахрен. Лети на землю. На первой ракете, которая туда направится.
Так, есть еще ракеты, и мне хочется заселить вот это место. Че, не зря же я его строил. Да? Ну да, я думаю. Починить? А что, не на что? Здесь полимеров нет, да? Надо что-нибудь сюда привезти тогда. А, ты добываешь? А, вот типа на паузе же, да? А чё, где полимеры? Как они вообще выглядят? Загрузить полимеры, давай. Он где? Он будет грузить? Вот он. Три полимера. Капец-то мало. Давай еще загрузи полимерчик. Да не надо все объезжать, да вот, вот тебе место. Че тебе не нравится? Все, и теперь, короче, выгрузи все это вот здесь. Какой бетон? Я ничего не понял. Ты, дружище, что тут забыл? Он доехать не смог, что ли, куда-то? Что-то остановился, ну ладно. Так, сектор сканирован. Дальше. Ну что, люди вроде как живут. Ну не сложно на самом деле. Я что-то уже не помню, какой уровень сложности я выбирал. Но что-то как-то так. Не уходи безропотно во тьму. Чего? Мы прощаемся с основателем. Кто-то умер, какой-то основатель. И что это дает? Панику или что? Полимеров мало, я знаю. Да. Ладно, будем завершать этот выпуск. На самом деле, перед этой записью, перед этим выпуском, я уже сидел и думал, а что там снимать? Что делать в этой игре? Люди приезжают, люди живут. Я, конечно, понимаю, да, что можно разные купола разместить там абсолютно разных местах. Можно их все сложить воедино. Можно заселить там, не знаю, всю эту карту, чтобы она была полностью заселена. Но есть ли в этом смысл? Что это даст? Я буду также строить эти куполы, также буду строить там все эти панели, ветрогенераторы, там батареи и прочее, и все. Будут прилетать новые люди и жить в своих куполах. Ну, будет развиваться наука. Че, готов улететь? Улетай. И все, и типа... Больше-то особо делать нечего. Ну вот просто вот, да, развиваться. Но это все будет такое однотипное развитие. Как-то, ну, не знаю, я потерял смысл в игре. Я не вижу дальше смысла в нее играть, потому что, ну, все. День за днем одно и то же. Я уже даже особо на паузу не ставлю, потому что все идет своим чередом. То есть ничего в игре не происходит. Люди не болеют, не умирают. Люди продолжают работать. Кстати, там же те люди заселились, да? Или нет? Ну да, люди живут. Да. А тут что надо? Ну здесь такое себе, да. Тут нет ресурсов, их тут нужно добывать. Нужно сюда прям корабли посылать отдельно. Но это был эксперимент, и он сработал. Да, здесь все, люди живут, все подключено. Правда, не хватает на некоторые... эти объекты запчастей. Вот и все. В общем, можно, короче, построить еще хоть 20, хоть 50 куполов, но я думаю, ничего не изменится. Где-то будут просадки в электроэнергии, но я просто наставлю новые солнечные панели, и, собственно, все проблемы прекратятся, закроются. Поэтому, ну, не знаю.
И когда я заселю всю карту, что будет? Все, конец игры. Возможно, здесь есть другие режимы, возможно, есть там, не знаю, там прохождение истории, либо более сложный там уровень сложности, но за это время я уже успел изучить игру, и в ней, в принципе, ничего нового для себя не открываю, все понятно, все легко и просто, ничего сложного в этом нет, поэтому я думаю, на этом можно закончить с этой игрой. Прикольно, да, эмоции свои положительные дала, но... Теперь можно подойти к концу. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайки, оставляй комментарии, подписывайся на канал. Это был канал Сейбик Про. Заходи на канал, смотри. Много еще будет видеороликов. Если тебе понравились именно стратегии, то они есть, они были и они будут обязательно. В общем, спасибо тебе большое и пока.